Всем привет! Офис фирмы Капитал Сталь. Так, друзья, ну, обещанное интересное видео, то мы только все рассказываем, как показываем. У нас, в принципе, канал такой, что-то поломать, что-то просверлить, что-то проэкспериментировать. Давно мы ничего не делали. И вот сегодня мы, короче, попробуем сделать дырку вот в дверце от сейфа. Прометовский сейф. Вот. Не буду рассказывать, какими путями мне досталась эта дверца. Уже куча дырок, мы ее на ней сверла тестировали. Вот. А почему родилась идея снять это видео? По такая банальная причина. Ехал в поезде, слышал рассказ одного человека, как ему вскрывали сейф, старый какой-то очень медвежатник, и он прожег ему сейф батарейкой. Обыкновенной батарейкой. Он, правда, надо было спросить, но я не уточнил, квадратная была батарейка, круглая батарейка, вообще как эта батарейка работала. Вот. Я вот такую вот сделал установочку экспериментальную. К сожалению, я не знаю, как сделать эту установку из батарейки. Вот. Может быть, кто-то знает, напишите в комментариях, подскажете, будет очень интересно. Принцип вот этого прожигания на чем построен? Построен на замыкании контактов на батарейке, и соответственно она нагревается и происходит пожар. Короче, вот это я покажу этот принцип на вот как раньше так прикуривали сигарету, не знаю, вот сейчас получится, не получится. Если положить закоротить крону, что-то она не горит у нас, честно, ребята, от фольги, крона слабая, короче, что-то не получается. Там еще есть способ иголочку положить, скверку, надо я плоскогубцы сделать. Вот, типа такой способ прикуривания сигареты. Крона, наверное, старая. Ай, ёпперсты. Сейчас скажу, что вы делаете. Курение вредит вашему здоровью. Она не греется. Ну, ладно, это уже каждый попробует для себя. Иголочку, если положить на новую крону. Новую крону мне просто жалко. Вообще, она до красна накаляется. И фольга должна была накалиться. Я не знаю, почему она не накаляется. Сейчас мы вот ее тоньше надо сделать. Вот я за надо было. За фольгу забыла, что я сделал. Ну ладно, фиг с ним. Оставим этот эксперимент до следующего видео. Но обязательно покажу, как с помощью батарейки поджечь сигарету. Хоть нас и критикуют за то, что мы рекламируем курение. Так, ну что, друзья, мы взяли аккумулятор 12 вольт. Сделали вот такой вот, из батарейки вытащили графит. Деревянную ручку ему сделали. Вот я его еще на всякий случай за лентой обмотал. Надеваем рукавицы. Техника безопасности. Ах, да. Жест Макрона. Мало ли что. Одеваем рукавички. Со времен коронавируса у нас осталась такая хрень. Ну что, погнали, Серый. Что у нас будет, не знаю. Ничего не происходит. Не, и нет контактов нету. И нет, там еще тебя долбанет. Серый, ты не держись за оголенный провод. Ты что, зачем? Может, аккумулятор побольше? К
Короче, ничего не происходит абсолютно, от слова вообще. Что за день такой? Такой искры даже нет. Короче, фокус не удался. Не, ну нифига она не искрит. Короче, будем снимать продолжение. Ничего у нас не вышло. Дырки с аккумулятора. Всем пока.